17 мая в Новочебоксарске в рамках торжественного мероприятия в честь 40-летия Новочебоксарского дилерского центра «Чебоксары Лада» состоялась закладка первого камня для строительства нового дилерского центра. Под бурные аплодисменты гостей и цветные ленты серпантина официальные лица оставили отпечатки рук на первом камне будущего автоцентра. В праздничном мероприятии приняли участие депутат Госсовета Чувашии Сергей Михеев, глава Новочебоксарска Олег Матвеев и другие. Поздравить первый дилерский центр «Лада» в Чувашии приехали представители руководства ПАО «АвтоВАЗ». Копейки, пятерки, семерки, Нивы, девятки. Весь модельный ряд «АвтоВАЗа» за 40 лет прошел через Чебоксары «Лада». Дилерский центр включает в себя демонстрационный зал, зону оформления продаж автомобилей, а также зону приема авто, на техобслуживание, ремонт, магазин запчастей и аксессуаров. Отметим, что по итогам 2017 года автосалон «Чебоксары «Лада» вошел в десятку лучших центров «Лада». В рамках празднования юбилея для гостей автоцентра прошла экскурсия по дилерскому центру. Знакомство с автоцентром прошло под зажигательную музыку. В праздничной обстановке здесь были награждены лучшие сотрудники предприятия и лучшие клиенты дилерского центра «Чебоксары Лада». Сегодняшний сервис, конечно, и лучше стал, и качественнее, и комфортабельнее. Условия для работы и у ребят, и у клиентов комфортно. Ну и автомобиль сегодня покупать стало здесь одним удовольствием. Персонал очень хороший. Очень внимательный, всегда помогут, всегда подскажут и посоветуют, что взять. Также в этот день состоялась пресс-конференция, где были заданы вопросы представителям ПАО «АвтоВАЗ» и руководству «Чебоксары Лада». Своей работой, новыми изменениями внешними дилерских центров, изменением, в первую очередь, работы с клиентами именно в Москве, да, и в ряде других регионов, мы стараемся показать клиенту, что мы меняемся. Меняется не только продукт, меняется предприятие. Ольга Лазарева, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.